Всем привет, доброе утро. И снова лайфхак от меня. Если у вас с утра нету хлеба, и вечером вы, допустим, вот мы вчера кушали тандуни, остался один лаваш. И естественно, с чаем его на завтрак не покушаешь, что я предлагаю сделать следующим образом. Нарезать лаваш, 3 яйца, все это взбить, перемешать, стакан воды, и сейчас я переверну, посмотрите, что будет. Так, ну что, друзья мои, я перевернула, и получился вот такой вот бурек, не барек, непонятно, завтраку. Естественно, здесь хлеб не нужен. Перевернула его полностью с помощью тарелки, переложила на тарелку, так перевернула сковородку и перевернула. Вот сейчас будем так есть такой завтрак. Приятного аппетита вам! 1 стакан воды, 3 яйца, 1 лаваш, соль, перец. И все. Можно добавить еще сыр, но мой муж не любит. Может, вы удивитесь, что какой завтрак. А посмотрите, сколько времени. Час дня у нас. Он поздно встает. Он пенсионер у меня муж. Так что отдыхает. И вот, пожалуйста, готовый мой завтрак. Посмотрите, какая красивая вышла. Непонятно что. Лаваш с яйцами пожаренный. Хлеб не нужен. Салат я сделала. Они баклажан на этом. Болгарский перец. Потушен на огне, и потом вот я с помидорчиками. Ну, как всегда, традиция: сыр, оливки, и вот сейчас будем чай пить. Потом пойду на море. Пока, всем приятного дня!